Силотик, правильно беги. Все равно будешь после этого ссыкуна мыть полы. Ну да, буду. Каждый день мою. Что, пока одно, то пока не будем? Ты видела его? Он радуется. Ага, фигушки. Ты моя ловность. Так, а ну, Кристин, давай. И убери. Сейчас я тебя раздам, а тебя останется только место. Да, поднимаем, поднимаем, поднимаем. Мне кажется, убери его с табуретки. Дай бог табуретка упадет. Блин, мне кажется, Кантимай не выдержит. Кантимай выдержит. Так, все. Не он тут нафунькал, это Вернослав. Нет, это Кантимай. А, это Кантимай, когда несла, мне там бежала. Откуда Кантимай у тебя бежала, Кантимай? Холодная? Конечно, холодная. Ты так тяжело дышишь, да? А соли сколько было? Ну, у меня аж проблема с носом-то. По кресте я не помню уже. Ты не помнишь, сколько да? соли? Чё-чё? Ты же давал рецепт. Соли сколько мы здесь положили? Нормально. Не помню. Ну, нормально. Проблема с носом? Это я же говорю, мы когда съездили даже в эту Вазишскую пещеру, но. У меня неделю нос дышал. Да, она говорит, я вообще, нос. Я нарадоваться не могла. Так, аккуратно, Кантимай, под ногами малой. Пилот, назад. Пилотик, уходи, уходи, уходи. Убегай. Убегай, мой зайчик. Тихо. Так, а куда мы? Сверху, да, будем? Можно еще, вот, смотри. Так, пилот, иди сюда. Иди ко мне, мой золотой. Пойдем сюда, пилотик, пойдем. Иди ко мне, да. Внимание, скажи. Внимание, внимание. Нет, пилот. Нет, нельзя. Не наступай на крышку холодной. Нельзя. Ты сало возьмешь себе? Я знаю, не знаю, куда девать. А что, в группу не даешь объявление? Так, Антимади, нормально ты вообще же. Оно легкое, тут чуть-чуть. Вот так тебе легкое-легкое. Дотаскалось все раз. И что, как тут сало продали и все, больше не продавала? Ну, чуть-чуть продали и все. Так. Так, давай вот эти крышки я уберу. Ну, господи, наконец-то зарезался голосок у нас. Что это у нас за кусок такой недорезанный? А ты еще сало свое не пробовала, Кристина? Пробовала, она уже пищала, да. Мне звонила. Говорит, как вкусно, не могу. Офигенно. Хозяйка, хозяйка. И дам тебе такой кусочек попробовать. Тебе понравится, будешь так же солить. Лучше снять, я сейчас перережу свои перчатки. Если само сало вкусное. Ну, если нормально это. Что? О, все, появился голос, прорезался. Ага, ты пришли, а голоса нет у него. Что такое? Мы же испугались. Мы тут его пытались разговаривать. Я говорю, это он от радости. Он увидел меня и потерял дар речи. Это не от радости, как они тебя могли поспорить. Будет есть. Куда пусть ест крыс? Фу, давится. Оно же это как бы жестковато. Не прожует, он подавится. Потащи. Самое главное, чтобы он там не прожил листочек. Да. Ну все, то у вас инфаркт будет. На. На, пилот.
А сколько ты взяла петрушки? На 184 рубля. Сколько килограмм? 400. Стоит? Килограмм 400 рублей? Нихрена себе. Ты вот на. А, у тебя же кулечки есть еще? Совсем мало, но... Да. А, есть, я купила. В морозилке места уже нету, да? Вообще нету. Если что, тогда ко мне тогда в морозилку. Потому что его надо заделать и в морозилочку положить. Сразу в морозилку. Оно тогда... И сразу объявление дашь, сфотографируем. Дашь объявление. Какая же так невыгодно жить, невыгодно. Что? Здесь сколько килограмм сала? Много. Ты так мясо не переваживала, да? Сколько всего было мяса? Все. У нас было 60-68. Нормально. Какой же ты непослушный мальчуган. А, что там Машка гуляет? Да. А ну, а что вы молчите? Что-то до завтра надо будет это просить. А когда она начала гулять? Ну, сегодня я у нее убирала, смотрю, она там это носится. А то я видео включила, а сама делами занимаюсь. А слышу, что-то ты говоришь за это. Мне же Юра, когда? Вчера, думаю, говорит. Уже должна Машка гулять. Угу. Думаю, вы молчите. Мужик же сказал, что это я привезу. Ну, мы потом, когда поедем, можем зайти с фонариком, посетить ей, да, в одно местечко. Ну, он что-то у тебя слишком какой-то активный. Я уже с ним не справляюсь. Я реально с ним не справляюсь. Ролик, фас! Фас! Чесночок. А сколько ты купила перца? Большую упаковку. Кстати, перец достань, пожалуйста. А нам хватит его? Вот здесь? Да, должно. А что ты нашла? Не, наверху, Кристина. А что ты нашла перец? Да. Нет, перец. Вот знаешь, что надо сделать? Надо мне вот это вот убрать. Опа. Здесь наверху, нет? Здесь наверху перец. Ну, где-то там, да. Посмотри, пожалуйста. Может, где приправы? Может быть, только сверху. Вот он. Вот как зима он. Да. Хватит, я думаю. Угу. А я только взяла ты тоже. Вот так убирай. Вот это не. Только натирай, а чеснок убирать надо. Что-то какие-то перчатки кантимай. Это вообще классные перчатки. Они очень тугие. Они наоборот хорошо одеваются. Вообще, я все перчатки одеваю только там с мукой или с тальком. Эти одеваются прям... Не знаю, не могу что-то носить. Надо завтра будет этому мужику, как раз воскресенье, а то вдруг он в такие дни работает. А? Позвонить. А сейчас сколько времени? Уже поздно? Сейчас уже поздновато, да. Прям завтра с утра, Ян. Угу. Чего я-то? А, я буду звонить, да? Мы сейчас еще пойдем посмотрим. Угу. А что, она, ты прям ну, по поведению видишь, что она да, уже... Да, она такая... такая агрессивная, да. Я не поняла, ты что свинью боишься-то? Я? Видно, да? Что боюсь? А что ее бояться? Я тоже боюсь. Она же тебе ничего не сделает. А если она наступит мне на ногу? Пойдет. Нужна ты ей. Ну она, смотри, как прет. Ну и что, ну не знаю. У нас было 10 штук и 6 штук. Я заходила, у них чистила. Ни одна на ногу мне не наступила. Даже я 10 штук держали, и ничего. Завтра погода испортится. Почему? Кристина помогает.
вкусный, только потом убирать чеснок. Я убираю, вот, смотри, мне совсем было мало. И здесь тоже кожица. Он тут что-то раздавил. Главное, чтобы слегка не падал чеснок на пол. Я знаю. А то он сейчас этот чеснок тут будет жрать. Нет, ничего, съезд листов не будет. Нет, ничего, желудочек травмируется. Гореть будет, будет плакать. Да, Кантимай, смотри, по стол не роняй, малыш будет плакать. Пипец. Пилот, в какие руки ты попал? Заботливые. Жесть, чересчур. Так, пилот, не собирай ничего с пола. Вон, иди петрушку ешь. Не надо петрушку, сейчас уже ударится. Да. Чего еще сладкий? Чего еще сладкий, мальчик? Он пытается залезть, у него ничего не получается. Ну, давай. Скалолаз. Блин, нет. Тебе кто-нибудь снимет теперь. Тебе просто присядь, Кристина, присядь сюда. Вот нет, туда присядь, он сейчас не лезет. Надо. Спускай. Вот, сиди, пусть он у тебя на руках. Нет, он сейчас начнет. Он на стол будет лезть. Ты так ноги не ставь, он залазит. И вместе он раз это, ноги раздвинь. О, как тебя Кантимай, тебе там препятствия ждут до телефона. Ой-ой-ой. Он мне не нужен. А если это сообщение. Это сообщение разве по телефону? Ничего, перезвонит. А если Юрик что-то срочно нет? К нам подзвонит. Что там может быть? А, ну да, он к нам перезвонит. А не надо пополам вот этот кусочек? Надо, его прям надо вот так вот, на три даже. Так на пилотик не наступи. Да нет, ступи, пилот. А если наступит, не будет подлазить. Рушан, что делать? Палетки разбирает. Ну не жалко палетки. Они 50 рублей стоят. С них можно столько летней мебели садовой сделать. Вы видели вот да, в интернете? Да, он уже сделал кресло. Ну, кресло я видела, а там вот прям вот без разбора. Вот именно с самих их там подружки потом видели. Пошли. Тебе нужны такие? Кто? Ну, кресло и все такое. Мебель нужна тебе? Мы будем делать и тебе дарить. Да? Нет, я тебе на полном серьезе. Рушану для видео это надо. Но он потом это будет разбирать просто и выбрасывать. Конечно. Зачем? Ну просто оно нам не нужно, нам куда? Да, все на улицу поставить и будем у вас летом сидеть. Ой, нам пока это некуда ставить, потом. Во дворе поставили, все. Так что если что ты там увидела у нас по видео с палеток, ты нам это звони, говори, так мне это надо, не выбрасывайте. Там заказывай, если что тебе надо сделать. Кровать, диванка. Ля-ля-ля-ля-ля, тополя, нормально я это делаю. Запах какой. Ну, здесь один микроб не выжил. Нет, один выжил. Ты показывал, что за перец? Кантимай посоветовал, называется волшебное дерево. Фирма. Да, волшебное дерево. Перец черный, молотый. Очень запах обалденный. Ты же так труси, чтобы полностью, ну, этот, по бокам тоже попадала. Да вот сейчас Кристина камеру положит. Кристина, так поставь сюда камеру, пожалуйста. А возьми пилотик. А вообще надо было это, маску одеть. А, ты боишься, что на него наступить? Будем. Я боюсь, что на него насыплю, он же лазит везде. Иди ко мне, я только с удовольствием. Иди ко мне. Иди ко мне, мое чудо природы. Маску надо было. Я сейчас буду чихать, пипец. Боже, да, такой аромат здесь. Ну, зато я тихо-тихо-тихо, это там не усердствует так прям. Да. Кристина, это на пол. Без фанатизма, я знаю, ты это делай, и я потом потому выстру, что сейчас еще бачка. Я его не буду отпускать пока. Бачка надо, чтобы... Тут же у нас еще, смотри, по второму суду. Смотри, как ты можешь, там что-то собирается, видишь? Не, это наоборот, это самое классное, потом тоже мы его высыпем. Вот сюда, смотри. Что-то где-то собирается. Более крупный там поможет. Сюда давай. Ну ты что такая собака кусучая? Злючая, кусучая. Все, ты же. Ой, дрюшка, говорю. Ты вот в персях. Дрюшка мой спит, пенсионер там лежит. А этот такой здесь, блин. Покажи. Ой, какой у тебя. Вась, какая черная. Злой будешь.
Зерной будешь? Зерной будешь? Мама, будешь? Нет, я не виновата. Гонять будешь, оно само. Всех отворить. Все. А ты будешь с Патриком и с Максимом знакомиться? Нет, конечно, что. Ты чего, они его, блин, этот... Перекусят. Они не поймут, что это такое, особенно подумают, что Патрик. Это какая-то, может, крыса или мышь. Как в комментариях написали, говорят, куры перепутают с мышью. Его заклюют. Я уже не могу его держать, он уже искусал все. Все, можешь высыпать эту шо. Давай, там. Наблюдай, смотри, что там делается. Сейчас будет чихать, просто мои... надышится перца. Ну, пальцы покой. Будь здорово. Ты так известно чихнула. Я две маски одевала, когда делала это. Когда Павел у меня с Андреем были, и Андрей так, знаешь, как чихнул, так вот сделал. А Павел такой, ты что сделал? Он чихнул. Я говорю, как ты прилично чихнул. Говорю, не то, что у меня сестра. Дианка бывает так чихнет, караул там аж сдувает. От души так. У меня камера включена. Что, можем просто обмазать? Ой, не надо, не надо, ну тогда как грязная. Да? Ну а что тогда, ну пусть тогда здесь остается так, а так сильно будет заперченный. Ну все нормально уже. Хватит, хватит, красиво, все. Угу. Каждый кусочек. Все. Здорово, женщина. Здорово. Зато буду ночью спать, хорошо нос будет дышать. Пробьет сейчас чесноком и... Все, давай, кулечек. Все, кулечки. А, что, все, да. Пакетом? Все, и теперь пересыпаем кулечек. Складываем кулечек и пересыпаем петрушечкой. А если здесь насыпать кулечек? Нет, кулечки? Оно же обсыпется. Нам прилипнет. Нужно... Нет, все, давай, я давай. Малого. Там, Кристина, закрывай. Вот туда, вот, вот туда вот закинь малого. Это для его здоровья, Кристина, ага. Закрывай. Он ничего, сейчас... поорет, перестанет. А он да вообще не... Он вообще Кристина, не... руки мой, давай кулечки. Нам. Давай, кулечек, давай. Так ты бы неправильно его закрыла. Все, до конца. Так, кулечки. Руки мои, я буду ручки мыть. Да, я тоже помою. Кулечки, блин. Ничего. Здрасте, дядя. А, проветриваете? Ну, чуть-чуть сейчас. Ага. Снимай давай их нафиг. Давай кулечки. Вот они, да. Не-не-не-не-не, вот они, да. Так, иди, а знаешь, как надо? Вот выбираем сначала вот такие полости. Вытерпи ему хорош. Так, выбираем толстенькие. Вон, видала как? Видала. Или как-то будет, а, надо все. Будет намечать. Поняла. Ой, едет, дорогой. А что тебе намечать-то? Едет, дорогой. Куда тебя? А что намечать-то тебе надо? Потом, чтобы вы знали, где хороший на продажу. Может, толстенький, наоборот. Красивенький. Куда ты? Вот так. А толстенький, красивенький. Да, Кристина, не обидится, не переживай. Ты моя лопоуха еще раз. Вот, достаточно. Заворачивай, это толстенький. Толстенький, пожалуйста. Да. Угу. Все, я держу. Не могу. У меня уже в горле этот перец. Ну что, где-нибудь в глотке. Так. Нет, ну, сейчас он выпадает.
Тебе надо самой держать. Ну так, видишь, как он тебя делает? Ну потом просто он жирный будет, весь пакетик. Ничего, потом еще, потому что эти бумажечки отлипают. Какие бумажечки? Подписывать. А ну, Кристин, раз. Так потом надо будет выбирать такие красивые кусочки, все это самое притрусить, сфотографировать и сразу выставить. Вот это девчонки положите, вот они длинные. Ты сильно выворачиваешь, Кристин. Чихну. Не надо. Оплюешь сало. Могу. Я знаю, она даже когда готовит, у нее слюни текут. Так что не ешь ее. Нет, ну когда я голодна, бывает, капнет. Я говорю, не ешь ее. Шучу я. Все. Видишь, не у меня у одной руки крюки. Тут наложено. Да. Так, держи, Кантимай. Кандимай, ты фотосессию готовишь? Да. Весной деревья. Вот, смотри, красивые. Вот, мы когда с Дианкой Байкальской продавали клубничку, мы вниз ведерко ложили не очень, а сверху. Рассказывай. Соседи тырили, там такая крупная была. А то быстро уходила. Но мы не тырили соседей. Соседка с нами ходила. У нее просто кустов был бычья. Бычье сердце. Она такая крупная клубника. Мы возьмем сверху, наложим на свою. Ой, опять чихнуть хочу. Кантимай, принимай. Ну тогда сам закончу. Завтра рядом живет. Может по почте выслать. Ну что, если Ростов, Краснодар, вот будете ехать. Мы? Да. Ну да, у меня там яйца. Может, яйца собрать. Яйца, сало. У меня сестра все время, у нее дочка в Краснодаре живет, и она мне этот объявление там дала. Все, приехала, она возле дома стала. Люди вышли, все продали. Потом на Кристинин телефон сфотографировать эту красоту. Приклеиваем. Покажи нам. Ну я делала еще брала, так еще ключик. Я говорю большой, Кристин, на два это, напополам. Ну да, я видишь, я маркером писала, я писала, что... Так, следующее. Так, а калькулятор тебе зачем? Вес будем же высчитывать этот. Пиши тоже Т. Т. Угу. Покрупнее, Кристин. Что, 880? Угу, три восьмерки. 800 грамм, подожди.
Так. Вес 0,8. Угу. 160 рублей. Угу. В следующий раз еще крупнее кистим, ладно? А, да? Так, это тоже килограмм. Кило 30 пиши. Нет, килограмм. 30 нет. А тут, видишь, она вот 1,74 пишет. Так, тонкая. Тонкая тоже? Да. Ручка дурацкая не пишет. Нет, слишком жирный для меня. У меня буквы, потому что толстенькие. А там не надо там буквы писать. Ты только пиши вес килограмм, чтобы вы знали, потому что оно когда замерзнет, не будет видно. Толстая, тонкая. Вес. Так, килограмм. Пишешь, 1 кг 200 рублей. Все. Сейчас будут размазываться. Блин, что тонкое, что толстое. А там ты, и там ты. Подсохнет. Значит, этот... Ну-ка, антимай. Значит, пишешь буква Х. Можешь писать Х. Дианка и Кристинка. Вот нет. Кристинка толстая, не Дианка, надо, значит, тонкая. Путать. Пиши Х. Х. А что это за Х? Так, сейчас какое? Хорошая. Пусть пишет Т. Толстая. А тонкая у нас буква Т. А, все поняла. А это пиши вот так. Это, короче, чтобы знали. Если вот так, вот так, значит хорошая. Галочка, значит. Не надо, Х пиши. Нормальная пиши. Кило 200. А там спросят потом, Х, это что такое? Хорошее. А-а-а. Ой, нет, нет, нет. А ты плохой. Где этот, цифры убрать? Ага. Так, подожди. Алло. Уже не мой калькулятор и все. Все, подожди. 256. Это тоже. Это кошмар, конечно, это как ты имеете. Так, весы. Какой тебе? Ну-ка, прям на входе. На входе в дом ставятся фильтры такие большие. Чё, как вода? Вода как вода. Убедись. Запах есть? Синий, не убедись. Обычная вода. Я даже когда постель постираю, без кондиционера, вот этот запах тухлых яиц. Вы не слышали, вот в Павловской, да, вот там воняет вода, а это нормальная вода. Ну все, чай пьем.